Самолет. В мире существует множество типов самолетов, и для каждого из них необходим пилот. Сложно ли управлять самолетом? По правде говоря, это требует много времени, усилий, решимости и огромной мотивации. На это способен любой ваш друг, коллега, родственник, знакомый или, может, вы? Конечно же, нет, только самые лучшие. Как люди, и вы в том числе, могут знать, что способны управлять самолетом? Давайте разберемся, как мы, Baltic Aviation Academy, определяем, кто может стать профессиональным пилотом. Если вы считаете, что принятие решения стать пилотом является основной задачей, спешу сообщить, что это лишь начало вашего путешествия. Новые правила IASA определяют два требования – минимальный возраст и состояние здоровья. Но достаточно ли этого? Согласно статистике, причиной 74 из 127 происшествий был установлен человеческий фактор. Причиной более чем 50% всех происшествий стали неточности, допущенные пилотом. Огромная ответственность за успешное приземление лежит на плечах человека, сидящего в кресле пилота. Если вы хотите быть на 100% уверены в том, что профессия пилота вам подходит, вы должны понимать, что лишь 10% будет зависеть от выученного материала, остальные 90% будут зависеть от вашей личности, мотивации и способности приспосабливаться к различным ситуациям. Это самый большой кусок торта, который обычно спрятан внутри человека, желающего стать пилотом. Самое главное – открыть себе себя самого. Для начала вы должны ответить для себя на несколько вопросов. Какие у меня сильные стороны? Какие у меня слабые стороны? Готов ли я стать ответственным пилотом? Почему я хочу стать пилотом? Могу ли я представить себя кем-то помимо пилота? Готов ли я пожертвовать всем ради данной цели? Если на все данные вопросы вы отвечаете «да», тогда пришла наша очередь. Baltic Aviation Academy оценит вас под другим углом, чтобы не осталось никаких сомнений, что управление самолетом – ваше будущее. Наша система оценивания состоит из 5 шагов. Первый шаг – психологический тест. Baltic Aviation Academy использует международный стандарт психологического анализа, называемый Profile XT. Благодаря данной системе измеряется стиль мышления и аргументация, как быстро человек способен усваивать информацию, делиться ее с другими, проникать в суть и делать выводы, особенности поведения, чего следует ожидать от человека в различных ситуациях. Профессиональный интерес – знать сферу интересов определенного человека. К примеру, среди главных мотиваторов может быть техническая, финансовая сторона вопроса или же креативность. Тест Profile XT используется как предварительное средство для определения лучшего кандидата на должность пилота. Он проводится в режиме онлайн по скайпу. Кандидатам присылаются вопросы, на которые они должны ответить в течение 2 часов. По завершению мы получаем данные для анализа по определенной таблице. Результаты измеряются в процентах. Если кандидат набирает 75% и более, то мы заключаем, что человек способен осуществить свою мечту и стать пилотом. Второй шаг. Тест на знание английского языка. Он состоит из 50 тестовых вопросов с 4 вариантами ответов, где необходимо выбрать один, на ваш взгляд, правильный ответ. В основном проверяются грамматические знания языка. Если кандидат набирает 75%, то больших проблем во время учебы не возникнет. Если кандидат не сдает данный тест, мы предлагаем пройти курсы авиационного английского языка. Первые 2 теста лучше проходить у нас в академии. Если это затруднительно, то можно дистанционно по скайпу. Однако последующие этапы оценивания требуют присутствия кандидата. Третий шаг – тест
на ориентирование. Это известный во всем мире тест, который определяет ориентацию человека в пространстве, способность выполнять несколько действий одновременно, кратковременную память, умственные способности и способности расчета. Результаты теста подсчитываются также. 75% – это проходной балл. Четвертый шаг. Медицинский осмотр. Если вы хотите обучаться в Baltic Aviation Academy, то мы настоятельно рекомендуем пройти медицинский осмотр в Литве, для того, чтобы не пришлось повторно проверяться. Для прохождения медосмотра вы обязаны иметь при себе выписку от нарколога, заключение психолога, историю болезни за последние 5 лет. За сутки до медосмотра рекомендуется избегать употребления сладкой еды и напитков. В день осмотра нельзя пить и есть. Это крайне важно. Пятый шаг. Собеседование. Мы проводим приятную, теплую беседу, обмениваясь с вами мнениями. Обсуждаем результаты, анализируем ваши сильные и слабые стороны, согласовываем схему дальнейшей работы. Мы предлагаем наиболее подходящую программу для достижения вашей мечты. Иногда результаты бывают отрицательными, и это неприятно сообщать человеку, считающему небо своим домом. Но такова реальность. Мы считаем, что небо должно принадлежать самым достойным, кто готов посвятить свою жизнь авиации и стать ответственным пилотом. Да, данное оценивание занимает время. Да, это необходимо планировать. Да, оно не бесплатно. Но это ничто по сравнению с вашей мечтой, которая осуществима. Я надеюсь, что теперь вам стало ясно, как стать профессиональным пилотом и студентом Baltic Aviation Academy. До скорой встречи!